Также сегодня за подписью президента вышло еще одно постановление, направленное на реконструкцию участка автомобильной дороги международного значения М-39 Алматы-Бишкек-Ташкент-Шахрисабз-Термез. Таким образом, в рамках подписанного соглашения Исламский банк развития предоставляет около 107 миллионов долларов, а фонд развития ОПЕК более 47 миллионов в долларовом эквиваленте. В то же время ситуация с автомагистралями международного значения в некоторых регионах республики требует более адресного и оперативного решения имеющейся проблематики. Один из таких участков дорожного хозяйства дислоцируется в Кашкадаринской области и к тому же играет важную роль с точки зрения транзита грузов и пассажиров. В этой связи президент подписал постановление о мерах по реализации проекта «Реконструкция участка 1255-1315 километрами 60 километров автомобильной дороги международного значения М-39 Алматы-Бишкек». Ташкент, Шахрисабз-Термез с участием Исламского банка развития и фонда АПЕК по международному развитию. В данное время 60-километровый участок автодороги, международной автодороги М-39 Ташкент-Термез, который проходит по Дехканабадскому району Кашкадаринской области, находится в очень плачевном состоянии. Здесь дорога двухполосная, 30% дороги для ремонта была начата реконструкция, но не завершена и оставлена. Поэтому в данное время все транзитные перевозчики были очень недовольны техническим состоянием данной дороги, потому что 60-километровый участок они проходили в течение 3,5-4 часов. Это очень огромные потери времени, финансовые издержки, и это влияет на безопасность тоже. В данное время международная дорога проходит через населенный пункт, где расположены детские сады, школы, колледжи и другие социальные объекты. Много плотно застроенных домов. Население страдало в течение многих лет, которое здесь живет, даже переходить данную дорогу, которая является транзитной дорогой, которой ездят большие грузы, очень с трудностями. И было принято решение по инициативе нашего президента построить обход данного центра, данному населенному пункту, развиваться и обеспечить безопасность живущего населения в районе. Данный отрезок проходит через городок Карашани Дехканабадского района, где вдоль дороги очень плотно расположены жилые дома, школы, колледжи и другие объекты. В результате только в прошлом году здесь произошло 22 ДТП с четырьмя смертельными исходами. Покрытие дороги последний раз ремонтировалось более 30 лет назад и полностью исчерпало свой ресурс. Выходящую на эту часть трассы М-39 дорогу от Гузара до Дехканабада длиной 16 километров предусмотрено реконструировать за счет бюджета. А уже отрезок после 60 проектных километров, то есть от 1315 до 1451 километра будет приведен в порядок при помощи займа Исламского банка развития. Данный участок является транзитным коридором международного транспортного коридора. На сегодняшний день в сутки по данному участку проходит 25-30 тысяч автомобилей, что является загруженностью данного участка. Поэтому у нас предусматривается реконструкция переводом с асфальтобетонного покрытия на цементно-бетонное покрытие. Проектом предусматривается увеличение до 40 тысяч автомобилей в сутки увеличить. Также его грузоподъемная способность увеличится сразу в разы. Эксплуатационный период составит минимум 50 лет. Проектом также предусматривается строительство обходной дороги вокруг населенного пункта протяженностью 17 километров, что обеспечит беспрепятственный проезд транспортных средств не через населенный пункт, а вокруг населенного пункта. Также предусматриваются скотопрогоны, которые будут позволять местному населению перегонять свой скот под автомобильной дорогой в специальных отведенных местах. В результате строительства сократится движение прохода по данному участку с 3 часов, как на сегодняшний день проезжают многие автотранспортные средства, до часу. Таким образом, в рамках подписанного соглашения Исламский банк развития предоставляет 106,7 миллионов долларов, а фонд развития АПЕК – 47,2 миллиона в долларовом эквиваленте.
Что касается погашения займов, то в данном случае также кредиты долгосрочные и льготный период по ним составляет 5 лет. Трасса будет с цементно-бетонным покрытием. Четырехполосная. При этом в ходе реализации проекта построят 14 мостов и путепроводов. Специалисты отмечают, что оптимизация расходов может составить до 20 миллионов долларов, которые направят на создание 22 пунктов контроля веса и параметров на дорогах общего пользования. Строгий контроль за всем циклом работ вплоть до дальнейшей эксплуатации станет залогом высокого качества и долговечности дорожно-транспортных составляющих. К тому же выбор подрядчика предусмотрено осуществить на основе строжайшего подхода к участникам тендера.